Я хотел по заточке поговорить. Заводской заточки, ножей. Теперь это все Викторинокс. На самом деле есть Викторинокс и есть и Венгер. И Венгер, как я понимаю, до сих пор делается, ну, Викторинокс делается в Далемонте. Заточка вот у этих ножей лучше, чем у Викториноксов. Это вот заводская заточка, я ничего не трогал, только что открыл его из коробки. Попробуем в этом же месте. Это газетный край необработанный. Попробуем Викторинокс. Видно, да, я думаю. В принципе, здесь заточка не такая уж плохая. Вот он газету режет. Но в некоторых случаях он не может. Вот такой край, например, махристый. Это показатель. Есть показатель определенный. В то время как Венгер режет в любом направлении. И кончиком, и чем хочешь. Так что вот так вот. Не могу сказать, что это абсолютно идеальная заточка. Но она, видимо, лучше, чем на Викториноксах.